Доброго дня. У нас сегодня день рождения у одного из грузинских добровольцев, которые воевали за Украину в Лукичхете. Это гражданин Грузии, который вместе с нашими хлопцами был арестован 2 декабря в Тбилиси. И вместе с нашими 6 гражданами, бойцами батальона Донбасс, сейчас находится тоже в этой тюрьме. Вот пришли его друзья, пришли грузинские граждане. Из украинских тут пока один я, но если кто-то есть в Тбилиси, подтягивайтесь к тюрьме. Не знаю, знаете ли, где вы. Очень важно, чтобы его родители, очень важно, чтобы его семья знали, что мы точно так же о нем беспокоимся, как и о наших грузинских, как и о наших украинских гражданах. Потому что грузинские добровольцы, которые в первые же дни приехали к нам защищать Украину от российского агрессора, они нам действительно являются боевыми побратимами. И поэтому очень важно, чтобы когда Лука будет освобожден, чтобы он посмотрел эту трансляцию и еще раз поздравился со своим днем рождения. Я очень надеюсь, что это единственный человек, который придется поздравить с днем рождения, а все остальные выйдут на свободу. Но это политическая тюрьма, как вы видите, которая тут у них такая реформированная. Вот скажите, пожалуйста, тоже пару слов. Героям слава! Слава Украине, слава Грузии. Поздравляем Луку с днем рождения. Лука, с днем рождения. С днем рождения. Лука Чхетиас, Гаумар. Джос! Гаумар. Джос! Гаумар. Джос! Слава Украине, слава Грузии. Поздравляем, поздравляем. Да, немножко безалкогольного шампанского. Кому туда? Лука, когда выйдет на свободу, вместе с хлопцами посмотрит празднование своего дня рождения. И я надеюсь еще раз, что он будет последним, кого день рождения из наших украинцев, наших добровольцев здесь отпраздновали, потому что надеемся, что скоро они будут на свободе. Я вижу, что смотрят его родственники тоже. Еще раз передаем вам привет. Спасибо большое за такого сына хорошего, который действительно настоящий мужчина, настоящий патриот. Не костюмит. И я так понимаю, что... Будет продолжать, а вы с нами. Да, я тоже сейчас пару слов скажу. Хотим обратиться к друзьям Луки, к Луке, девушке, к его родителям. Мы в Украине очень ценим дружбу с Грузией, очень ценим грузинских добровольцев. Их здесь очень много, которые помогали тогда нам. Россия напала также и на Грузию. И большое вам спасибо за вашего сына, за то, что он помогал Украине. Мы уверены, что те, кто устроил эту провокацию, обломают зубы и об украинцев, и об грузин, потому что они ФСБшникам не по зубам. Для нас нет разницы, что он гражданин Грузии или гражданин Украины. Это наш побратим, мы его не оставим, мы будем за него бороться. Слава Украине, слава Грузии. Героям слава. С днем рождения, Лука. Поздравляем, Луку, поздравляем. С днем рождения, Лука. С днем рождения. С днем рождения. Теперь у нас будет маленький праздничный фейерверк, такой символический. Окей. Аршейле байкара. Теперь все вместе, все вместе, все вместе. Разом, 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 вместе, разом. Еще раз поздравляем. Все вместе, все вместе, все вместе, все вместе. С днем рождения, Лука! Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! И хочу напоследок сказать, что очень надеемся, что наши ребята скоро выйдут. А если не выйдут, я гарантирую, что будем здесь будить каждый город, искать боевых побратимов в каждом городе, рассказывать про то, что грузины и украинцы братья, что у них общий враг, и рассказывать о тех людях, которые организовали эту провокацию. Я очень надеюсь, что не придется это делать здесь, потому что у нас тоже и семьи, и жены, и дети в Украине, но своих мы не оставим. Слава Украине! Слава! Вот смена караула, я так понял, почетного, в честь
в честь дня рождения Луки. А вот еще надо. Все, спасибо большое.